Как защитить свои права, химчанам рассказали специалисты. День бесплатной юридической помощи провели в многофункциональном центре «Химок» и управлении по делам несовершеннолетних. Дмитрий Соколов – адвокат. Почти 20 лет с Фемидой рука об руку. Дает консультации людям в тяжелой жизненной ситуации. Самое сложное, когда за помощью приходят дети-сироты. Такую ситуацию недавно встретил в очередной раз и благополучно разрешил. Он оказался в результате определенных стечений обстоятельств без квартиры. Не успел реализовать свое право, будучи сиротой, на получение жилья. Нам порядка 2 лет потребовалось для того, чтобы отстоять его право. В настоящее время вопрос сейчас решен о получении им жилья. Юридическую помощь здесь оказывают без перерыва на обед. Инициативу проявили Общественная палата, администрация округа, Совет Федеральной палаты адвокатов. Вопросы химчане задают самые разные – про жилье, права потребителей, опеку над ребенком. Сегодня огромное количество хороших, добрых химчан приходило со своими вопросами. Я уверен, что адвокаты дали очень деликатные, тонкие, очень квалифицированные советы, которые помогут жителям городского округа Химки. Чтобы получить бесплатную юридическую помощь, не нужно ждать особенного дня. Двери многих учреждений и юридических организаций всегда открыты. Кроме того, поддержку многодетным, малообеспеченным семьям, пенсионерам оказывает администрация Химок. Здесь и адресная помощь, и выплаты денежных компенсаций. В городском округе работает несколько десятков социальных программ.